Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Тримл, и мы сегодня будем играть в Geometry Dash. И надеюсь, вам понравится это видео, и вы поставите лайк. Ну, а мы начинаем. Мы будем сегодня открывать что-нибудь от такого. Мы будем зарабатывать, побивать наши рекорды в уровнях. Может, таких. Я вам покажу, что это за все такие уровни. Будем их по порядку пробовать. Первый у нас прикольный, но как-то все равно не очень. Я его до конца не проходил, но там музыка клёвая. Так, вот это самое сложное. Там сверху монетка, но она сложная. Тоже как этот. Я врезался. Ну, короче, надеюсь, вы суть поняли. Давайте я вам покажу три. И мне не очень нравится. Блин, Geometry Dash я уже давно не играл, что-то играть переучился. Я даже восьмого его пройти не могу. Блин, тут темно. Тут не видно ничего. Посветлее бы сделали. И было бы нормально. Так, тут как-то странно сделали. Так, ну думаю, вы тоже поняли суть. Но вот самый мой любимый уровень, это, конечно же, вот этот. Тут очень музыка клевая. Клевая музыка, но реально, мне она нравится. Монетки мы не будем собирать, потому что мы все равно нифига не пройдем этот лайв. Потому что он сложный. Но музыка тут клевая. Так. Блин, я всегда на таких моментах умираю. И, кстати, давайте наберем на чуть-чуть лайков, ну хотя бы 5. Я выпущу самое лучшее видео ЖКГейм. Вот мой самый любимый момент. Блин, меня бесит эти углы. Почему я все время в них врезаюсь? Что-то тут уже немного так прилагивает. Ну реально. Так, любимый момент. Так, тут уже в угол не врезались. Но сейчас еще куда-нибудь врежемся. Нет, нормально, нормально. Давай. Так, все хорошо. Так, хорошо. Вот, это очень музыка клевая. Блин, ребят, я там умер. Короче, клевый уровень. Так, дальше берем вот этот вот. Включаем второй левел, потому что первый я прошел. Но музыка тут прикольная. Кстати, тут немного щитерный. В первой такая же музыка, то тут в конце немного. Так. Блин, что-то уже забыл, как тут его проходить. Так, не, ну все равно не очень. Вот такая музыка прикольная. Так. Кстати, нужно сделать, может быть, пародию на этот уровень. Он мне нравится. Блин. Вот тут еще как уследить, за какого ты персонажа играешь, за обычного, за самолетик или... Еще за кого-нибудь уследить еще так нужно. Так, вот туда лучше не нажимать. Там обманка какая-то странная. Я даже не понимаю, как ее сделали там. Так, вот тут мой любимый самый момент. Но уровень прикольный. Упс. Перепутал кое-что и умер. Как всегда, да. Но уровень... Реально прикольно такой, правда нужно смотреть по сторонам, что тут, блин, есть. Так.
Хорошо, хорошо, давай. Да, ебой. О. Блин, ребята, мы зашли примерно немного так далеко, но мы там умерли. Не успели. Просто там было сложно. Вот ненавижу ракеты. Только самолетики. И вот за кого сейчас. Еще вот за кого сейчас. Вот. Так, монетку собрали. Так, хорошо. Так, мы опять тут. И, короче, мы умерли. Ну, это типа такой прикольный уровень. Так, дальше, мой любимый. Тут вроде не мой любимый, тут вот этот. Вот этот последний уровень. Но он такой прикольный. Такой сине-черный. А, нет, это не этот уровень. Ну, тогда этот мой тоже любимый. Просто забыл какой-то там уровень. Но это тоже мой любимый. Он сложный. Особенно вот тут вот. Как я это прохожу? Как я это делаю? Это сложно. Так, ну короче, тут дальше сложно. Вот этот, да, это вот этот уровень. Так, давайте еще подойдем, пока загрузится. Все загрузилось, блин. Так. И вот. Он такой черный, синий, бирюзовый. Так, ну он прикольный. Так, тут немного сфейлился, блин. Тут еще также обманки. Так, ребят, мы проходили пару разочков умерли. И мы все-таки, у нас есть результат. Просто я там немного и так задалеко дошел. И сейчас буду вам показывать. Блин, это все мне мешает так неудобно, нифига. Блин, почему я умираю? Что-то я не могу там нифига пройти. Все, я точно прохожу. Все, вот с этого момента точно побью рекорд. Блин, ребят, мы, конечно, дошли, но... Так, ну... Блин, зарано прыгнул. Так. Уровень прикольный, конечно. Ну, а с вами был Тримман, надеюсь, вам понравилось это видео, и вы поставили лайк, ну и подписались на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока, всем хорошего настроения и удачи.